30 тысяч рублей за публикацию с надписью «Я против войны». Активистка Алипат Султанбегова опубликовала сторис в Инстаграм, в которой поддержала 12-летнюю Машу Москалеву, после антивоенного рисунка которой на ее отца открыли уголовное дело. «Виновной себя не считаю, как и девочку Машу Москалеву, рисунок которой я опубликовала. Никто не дискредитирует армию России больше, чем она себя и те, кто рисует эти протоколы и выносит по ним приговоры». Алипат Султанбегова, журналист в Телеграм «Сотавижн». Ранее Алипат уже задерживали российские правоохранители за возложение цветов к памятнику Тараса Шевченко в Краснодаре. В мае 2023 года против Султанбеговой открыли уголовное производство по статье о повторной дискредитации армии. После этого активистка уехала из России. А спустя месяц ей назначили подписку о невыезде. Статья о дискредитации российской армии сейчас одна из самых распространенных в уголовных производствах наряду с делами о фейках. 7,5 лет тюремного срока Советский городской суд Калининградской области назначил 64-летнему активисту Игорю Барышникову. Он размещал в соцсетях посты о разбомбленном российскими войсками роддоме в Мариуполе, зверствах российских военных в Буче и затопленном ВСУ крейсере «Москва». У Игоря Барышникова онкозаболевание. Он просто не выживет в тюрьме, говорят его адвокаты. Моего подзащитного Игоря Лазаревича Барышникова, пенсионера, у которого пожилая мама. Мама не просто пожилая, мама престарела, ей 97 лет. Она лежачая. И Игорь за ней беззаветно ухаживал, к чему было масса свидетельств. Его сейчас осудили, признали его виновным. Его маму суд определил под опеку социальных служб. То есть фактически эту женщину сейчас отправят последние дни ее жизни провести вне ее дома, вне ее родных стен, а где-то в каких-то казенных учреждениях. Также по делу о фейках к 5 годам колонии суд в Костроме заочно приговорил бывшего координатора местного штаба Навального Александра Зыкова. Срок дали за 6 постов о гибели мирных жителей в Сумах и Буче, антивоенных митингах в Амстердаме и Гааге. В одном из них упоминался подрыв ТЭЦ. Вину Зыков не признал, активист сейчас находится не в России. «Судья Дмитрий Балаев приговорил меня к 5 годам колонии общего режима и запретил мне на 3 года администрировать соцсети за то, что у себя в соцсетях я рассказал о бойне в Буче и гибели костромских пацанов на войне. Прокурор Анна Иванова при этом запрашивала 9 лет строгого режима». Александр Зыков, бывший координатор одного из штабов Алексея Навального в Facebook. Журналисту дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву запросили 19 лет колонии строгого режима. Его обвиняют в финансировании терроризма. Такие же сроки прокурор запросил для программиста Кемала Тамбиева и главы благотворительного фонда «Ансар» Абубакара Ризванова. А суд в Екатеринбурге назначил 11 лет лишения свободы фигуранту дела о поджоге военкомата Михаилу Соколову. Судебная система в России сегодня политизирована больше, чем даже во время СССР, считают эксперты. В Госдуме в первом чтении был одобрен пакет законопроектов, который вводит административную и уголовную ответственность за участие в деятельности иностранных неправительственных организаций, не внесенных в реестр Минюста. Также уже подготовлен законопроект, согласно которому практически полностью будет ликвидирован Институт адвокатуры. «Лицензию будет выдавать Минюст, и Минюст заново будет перелицензировать всех адвокатов. Это практически уничтожит адвокатуру как независимый институт. Именно поэтому я говорю, что ситуация сейчас хуже, чем была в Советском Союзе». В России в 2022 году стало в 1,5 раза больше приговоров за участие в так называемых экстремистских и террористических организациях. Об этом говорится в докладе информационно-аналитического центра «Сова». На такой рост, по мнению экспертов, повлияла война против Украины. За год российские суды вынесли 130 приговоров в отношении 264 человек. Виктория Смирнова для телеканала «Freedom».